Всем привет, с вами Фоксон. Я продолжаю репортажи со своей фермы. А ты что? Я же помогала, мне столько мало дали этих ваучеров, да? Тут хочу попробовать, может, трактора выиграю. Тут маловероятно. Так, кстати, посмотрим. Смогут ли выиграть? Ну, я думаю, что, скорее всего, смогут. Видите? Так, ну что, я тогда сейчас смотрю, так, корабль нет. Отправляюсь в долину сразу. Так, запускаю колесо. И надо будет посмотреть, за что дают дополнительное вращение колеса. Посеять перец, доставку грузовиков, покормить овец. Ну, то есть все такое доступное. Так, где моя машина? Вот она, да? Так, значит, давайте я заберу вот этого слона сразу. Так, куда поехать? Ну, давайте я... Тут жирафа можно собрать, да, и бегемота. Значит, давайте я подъеду сюда. Возьму. Доставка, куда же доставка? Ой, ужас какой. Не хочу я туда ехать. Тут странно. Странно, ну ладно. Так, ладно, хорошо. Все, я тогда возвращаюсь. Так, и надо посмотреть, что тут у меня и как идет. Я сразу покормлю животных. Так, и вы же видели, нужно покормить овец, да? Беру. Все доступно вращение колеса. Что, и посадить перец, да? Так, мне нужно набрать 70 баллов. Я что-то ничего не поняла. Так, ладно, я разберусь потом. Так, а пока я пойду посмотрю, что у меня здесь вот везде творится. Так, здесь порядок. Так, надо в рыболовную зону идти. И тут, по-моему, у меня все. Я ничего не запретила. Ну и хорошо. Проверю, что с чаем. А, видите, вот надо сделать. Ну, я просто ходила, помогала там везде. И, ну, понятно, что оно тратится. Я даже так не обращаю сразу внимания, что тратится.
интереса пока тратить не буду. Так, раз, два и три. Так, тут, по-моему, что, да, я уже смотрела. Так, посмотрю сейчас. А вот, бутерброд надо сделать. Раз, два. И все пока, да, здесь. Так, у меня хлеб заканчивается, я смотрю. Так, надо срочно сделать. Так, смотрим, что дальше. Так, салаты. Смотри, я козий сыр сделала. И могу теперь сделать оставшиеся салаты. Ну и здесь все. Здесь спокойно, можно отдохнуть. Так, а теперь проверяю. Видите? Так, это оно все расходится, и сыр, и все. Так, ну тут хоть нормально. Все, пошла проверять, что здесь. Угу. Так, надо будет яиц набрать и сделать. Вот я уже пойду на рынок. Все, пока. Здесь так, чтобы белки засели и никуда не бегаем, да? Ну, вперед, белки. Вот, даже не знаю, что тут у меня запустить. Так, я хочу посмотреть, могу ли я сделать, потому что мне надо, что здесь, 13, вот таких у меня 10, этих 13, да? Ну, я пока вот так вот запущу. Так, свечи. Ну, тут все нормально. Вот мед мне надо точно делать. Потому что его у меня совсем чуть-чуть. О, вот рыбу надо ловить срочно. Так, а с кофейным. Ну, видите, вот тут надо сделать. Ну, все остальное на месте. Так, что я хотела проверить? Я хотела, чтобы было всех по 12. Так, ну, а там посмотрим. Ну, вот тут понятно, что у меня нужно постоянно, что-то у меня его все разбирают и разбирают. Вот. Не могу понять. Ну, буду потом клубнички делать. Здесь немножко сделала. Теперь надо проверить, что с этими тортами у меня. Ой. Так, надо где-то руды золотой достать. Да, вот теперь вот здесь контроль. Это все нормально. Я запускаю тогда хлопок сюда. Я проверяю, так, ох, видите, сыр закончился уже.
Буду делать все. Так, ну что? Посмотрела вроде все. Так, что у меня тут с этих вот надо бы... Ага, видите, нужно виноград, мяту. Все, понятно. Сейчас разберу еще там с перцем. Схожу в долину. Ну, а с вами я тогда на сегодня прощаюсь.